Сегодня я решила испечь кекс. Вот я подготовила тесто. Тесто состоит из 4 яиц, цедры с 1 лимона, сок 1 лимона, вот такой мерный стакан сахарного песка, 2 таких стакана муки, 1/2 чайная ложка разрыхлителя, 1 чашка размягченного маргарина или сливочного масла. У меня было сливочное масло. Сначала мы растирали сливочное масло с сахаром до бела. Затем добавили 4 яйца, добавили лимонную цедру, лимонный сок. Все взбили миксером в течение 5 минут на средней скорости. Потом муку смешали с разрыхлителем, всыпали уже в приготовленную массу, добавили изюм и замесили тесто в течение 30 секунд. Оно получилось такое по консистенции, как сметана густая. Сейчас я смазала форму маслом, вылила туда тесто. Закрываем мультиварку и включаем программу кекс. Нам нужно 50 минут. Итак, вот на 50 минут я программу выставила. Сейчас она начала работать. Через 50 минут посмотрим, что у нас получилось. В воздухе летает приятный лимонный аромат. Мультиварка выключилась. Теперь мы смотрим, что же получилось. Да, вот, кстати, сверху какой-то он такой, кажется, что сыроватый. Но там написано, что нужно на 15 минут еще оставить его. Так, 15 минут прошло. Я вынула только что кекс. Теперь давайте посмотрим, что получилось. Так, вот он такой. Сейчас мы его разрежем. Ну, в принципе, тесто пропеклось. Сейчас мы посмотрим серединку. Ну, вот смотрим. Все достаточно пропеклось, неплохо. Такой бисквит получился. Сейчас будем снимать пробу. С вами была Наталья Невзорова, «Кухня моей мечты». Сегодня мы впервые пекли кекс в мультиварке. И вот что у нас получилось. Я считаю, что вполне даже очень неплохо. 50 минут, кекс готов. Все очень быстро. Сейчас мы будем пить чай. Будьте с нами, и вы узнаете еще много интересного.